Челябинская область сегодня презентует в Москве в Министерстве иностранных дел. Делегацию Южного Урала возглавляет Борис Дубровский. В мероприятиях участвуют руководители экономического блока правительства области, директора крупных предприятий региона, дипломаты разных стран. Почетные гости – шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова и музыкант Олег Митяев. Мы считаем, что нам есть что показать послам, консулам и что предложить потенциальным инвесторам. Именно эту цель мы преследуем, когда занимаемся подобного рода работой. Все-таки каждый раз мы пытаемся сказать, что мы готовы к приему вот этих инвесторов, и в том числе иностранных. Борис Дубровский лично представит инвестиционный потенциал региона. Также губернатор встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. О том, насколько комфортно вести бизнес в области, расскажут директора крупных предприятий. Кроме того, в доме приемов МИД откроют экспозицию «Южный Урал». В презентации будут участвовать творческие коллективы. Уже известно, что в наш регион планируется визит большой делегации российских дипломатов. Они хотят оценить, чем богат и интересен Южный Урал. Подробности визита делегации в Москву расскажем в 21:30. В программе «Время новостей».